Хочешь бабок заработать? Easy money. Ну, устройся ты, охранник. Сиди и пиши там свои стихи. Я слышала, что ты в компах шаришь. Поможешь мне? Ты что, думал, придешь? Подаришь мне свой сраненький букетик. Трахнемся, и наступит мир на земле. Где крипта? Майнить. Братан, деньги сейчас нужны? Без тебя разберусь. Вау! Понимаешь, сколько мы бабла поднимем? Мы все долги закроем. Завода одного в партии экспериментальных стволов ушло. Вручай, Егор. Кто нас тут найдет? В этой ты дыре. Опа! Приплыли, пацаны. Пу-пу-пу. Все стволы! Сука! Такое только в кино бывает. Че ты в ЗАГС собрался? Уже. Ега. Хана вам, щенки! Стволы где? Коллеги, давайте не будем портить этот прекрасный весенний дождливый воздух. Улетели навсегда. Братан, вот сейчас вообще не смешно. Нам с товаром в Москве завтра надо быть! Я что людям скажу? Мы все что-то бегаем, прыгаем. Дом, дерево. Тройничок писать. Мы же сейчас по-настоящему заживем. Сила, она в деньгах, брат. Мне кажется, сила в правде. Для того, чтобы улыбнуться, человеку надо задействовать 40 мышц. А чтобы нажать один спусковой крючок, всего лишь 4. Не делай это поэтам стволами торговать. На дорогу смотри! В нашем с вами мире, где отсутствуют семейные ценности, эти двое, да по***ски, друг за друга, молодцы. На автомате. Я вот думаю, может, и не было никаких стволов, а? С 5 июня смотрите на Кинопоиск и Винк.